Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня готовлю фасоль с хлебом. Фасоль была заранее отварена по рецепту, который вы сейчас видите на экране. Разбиваю в чашку одно яйцо, добавляю простоквашу, затем добавляю соль и вилочкой все смешиваю. На разогретую сковороду на масло выливаю 3 четверти получившейся массы. Выкладываю черствый ржаной хлеб и сверху заливаю оставшейся массой. Убавляю огонь на минимум, чтобы ничего не подгорело. Когда жидкость из молочной массы наполовину выкипит, добавляю заранее отваренную фасоль. Готовлю до тех пор, пока вся жидкость из молочной и яичной массы не выкипит. Ешьте сезонную еду, выращивайте ее сами, без химии. Готовьте дома и с любовью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новые видео.